Заметил, что чем больше любишь и опекаешь своих детей, тем черствее отчуждения они становятся. Не обвиняйте их. Понимая, что отдаю себя им, не отдаете. Вы делаете то, что вы хотите делать. Поверьте мне, вас заставить это не делать невозможно. То есть, если условно сказать, если человек делает это безвозмездно, то он делает от того, что ему это необходимо. А когда необходимо, то он получает от этого удовольствие и счастье. Чего не хватает вашим детям? Я могу сказать вам, ответственности. Вы должны воспитать в детях ответственность. Так и говорит, что теперь ты ответственен за сестру, теперь ты ответственен там, за маму. И ответственность должна быть такой. Вы должны им поставить что-то, что они будут делать для вас. Почему? Так как в ваших словах есть «я отдаю себя им», то вы нуждаетесь в том, чтобы они отдавали себя вам. Поэтому отдача их вам необходима в случае, если вы будете говорить об ответственности. Поверьте мне, они не против. То есть, если вы будете говорить, ты ответственен за то, чтобы посуда была чистая, или ты должна там убирать, вымывать и смотреть, или там помогая с сестрой, помогая стирке, уборке, вы себя разгрузите и детям поможете, помогая убирать мне свои игрушки и так далее. То есть, ответственность. Или мы теперь вместе моем, или мы теперь вместе убираем, теперь ты ответственна в нашей семье точно так же, как и я, и мы вместе делаем. Так ребенок понимает, что вы делаете, а так он не понимает, он же не понимает, что вы это делаете. Он на это даже не обращает внимания. Когда он сам начнет это делать вместе с вами, он начнет понимать, что это нужно еще и ценить. Ну вот как-то так. Ответственность детям с самого детства необходимо навязывать в игровой форме элементы ответственности. Унеси тарелку за собой, помой за собой посуду, помоги убрать со стола, помой там вместе со всеми, там собери там что-то. То есть вот это ответственность, там убери полотенце, помогай маме, давай вместе сделаем то-то, то-то. То есть эта ответственность, она очень важна. Таким образом, ребенок начинает понимать, что вы что-то делаете и на это тратите энергию, иначе он просто воспринимает это как должное и не обращает на это никакого